В глубинке средней полосы России, недалеко от Кирова, в сосновом бору на берегу лесной речки Быстрицы, расположен центр реабилитации «Вятский Увал». Это уникальная здравница, получившая всероссийское признание. Вятские Увалы – центр реабилитации, выполняющий важнейшую роль в восстановлении здоровья россиян. В основном здесь проходят лечение люди, получившие профзаболевания и травмы на производстве. С 2015 года Центр реабилитации «Вятские Увалы» участвует в пилотном проекте по отработке механизмов межведомственного взаимодействия при осуществлении комплексной реабилитации пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве и их возвращении к трудовой деятельности. Лечение проводится под наблюдением опытных врачей. В последние годы для полноценного лечения используется самое современное оборудование. Этот аппарат «Вакумед» – это вакуумная, интервально-вакуумная терапия, которая предназначена для улучшения кровообращения в нижней части тела, то есть в ногах и в области живота. Там отрицательное давление создается, и за счет этого растягиваются ткани, расслабляются сосуды, и, значит, кровь из верхней части тела перетекает в нижнюю. Таким образом улучшается кровообращение, питание тканей, обогащение кислородом. В зависимости от заболевания выбирается программа. В ней автоматически заложены параметры давления и временные интервалы. С помощью подобной техники еще совсем недавно проходили реабилитацию лишь космонавты. Сейчас процедура доступна пациентам Вятских Увалов. Представлен спектр тренажеров для кардиореспираторной нагрузки. В частности, вы увидите эллиптический тренажер, который дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и дыхательную, то есть происходит тренировка этих систем. Также включается и мышечная система, что очень важно для наших травматологических пациентов. Электронная беговая дорожка позволяет наладить работоспособность нижних конечностей и восстановить правильную ходьбу. Это крайне важно для пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата. В центре используется целый комплекс аппаратов для разработки различных конечностей после производственных травм или операций. Так называемая пассивная разработка позволяет плавно напомнить организму о правильном движении и восстановить работоспособность различных органов. Такие упражнения особенно эффективны для восстановления функции движения в первые 3 года после травмы. Данный пациент имеет травму опорно-двигательного аппарата, вывих головки плечевой кости, и у него имеется приводящая контрактура. И поэтому ему показан этот аппарат, который уменьшает болевые ощущения, улучшает лимфокровообращение в травмированном сегменте и улучшает подвижность в данном суставе. Реабилитационные тренажеры позволяют подготовить пациента с последствиями травм к возвращению к полноценной жизни. Крайне важно зафиксировать все части тела и с помощью рук начать восстанавливать кровоток в нижних конечностях. Перед вами аппарат «Имитрон», который предназначен для развития механизма ходьбы. Вот. Значит, пациент в него встает, фиксируется корпус спереди и сзади, фиксируются колени, фиксируются стопы. Вот. Занимаются здесь в основном маломобильные пациенты. Вот. Движение осуществляется за счет рук. Травма опорно-двигательного аппарата, в основном нижних конечностей, и при детском церебральном параличе. Подход к каждому пациенту строго индивидуален. На экране монитора инструктор постоянно контролирует все показатели. Мощность, с которой крутятся педали, значение потраченной энергии, симметричность движения, пройденный путь. Ультразвуковой диагностический сканер экспертного уровня Samsung – один из самых современных приборов в этой области. Он значительно расширяет возможности ультразвуковой диагностики. Ультразвуковой аппарат обладает непревзойденным качеством изображения благодаря новым возможностям программного обеспечения и набором мультичастотных датчиков с использованием монокристаллической технологии. Для работы у нас имеются все датчики,
то есть линейный датчик, конвексный датчик, секторный датчик и внутриполосной датчики. То есть мы можем проводить исследования в полном объеме. Этот новейший программно-аппаратный комплекс позволяет медикам проводить различные специальные исследования с точностью до 90-100% выявить доброкачественное или злокачественное образование. Еще несколько современных методик отражают уровень качества реабилитации тех, кто приехал восстановить здоровье в Вятские Увалы. Подводное вытяжение – одно из самых современных способов для вытяжения позвоночника, для снятия болевого синдрома, который возникает при зажатии корешков при остеохондрозе, при разрушении диска, при межпозвоночных грыжах. И методика связана и проводится специалистом, мануальным терапевтом, неврологом, специально обученным. Проводится в ванне с теплой водой, одновременно проводится гидромассаж паравертебральных мышц, что позволяет дополнительно расслабить мышцы и создать тягу продольную вдоль позвоночника, ослабление болевого синдрома в шейном и поясничном отделе позвоночника. В этом кабинете у нас проводится методика гинекологических орошений. Методика давняя, применяется очень широко, но в данной ситуации мы установили новое оборудование для этой методики. Это ванна производства Германии. На этой ванне мы проводим гинекологические орошения минеральной водой из скважины номер 2, которая добывается на нашей территории. Вода, она по характеристикам у нас бромьодная, натрий-хлоридный рассол, который мы разбавляем артезианской водой до минерализации 10 грамм на литр. Вода достаточно эффективна при женских заболеваниях половой сферы, оказывает выраженные противовоспалительные эффекты и для стимуляции гормонального фона у женщин, для лечения бесплодия. Кабинет социально-бытовой реабилитации для восстановления пациентов после тяжелых производственных травм. Здесь больные восстанавливают мелкую моторику верхних конечностей и вновь учатся уверенно делать привычные движения. Давайте попробуем. Разъем производ. Этот еще, посмотрите, какая красота. Природное кладовое здоровье. Чистый воздух, красота первозданной природы, лечебные минеральные источники и грязи. Водогрязелечебное отделение, лечебно-диагностический корпус, процедурные кабинеты, спортивные тренажерные залы и бассейны, массаж, рефлексотерапия, психотерапия, косметологические процедуры. Вятские Увалы – это высокий уровень российской здравницы, самое современное оборудование для реабилитации и доброе отношение квалифицированного персонала.